Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Здравствуйте все. Меня зовут Ведьмак. Вы смотрите мое ведьмачье прохождение третьего Ведьмака. Дикая охота на сложности на смерть. Сегодняшнюю серию начнем с выполнения задания «Тайна деревни Стёжки». Заказ ведьмачий. Давайте же узнаем, почему в этой деревне так сильно падает ФПС. Я думаю, это, собственно, главная тайна. Ну что, будем делать гули. Я его поджег, потом заморозил. Вот я понимаю. Комплексное воздействие. Контрастный душ, так сказать. Следующий. Так. Было не очень. Согласен. Так, ну тут какие-то кирпичники, что ли, жили. Печки стоят там. Так, подожди, до этого братью не убью, потом ты будешь на меня кидаться. Блин, все-таки наведение, оно очень херово работает. Только хуже от него становится. Было бы угол обзора повыше в игре, это бы имело смысл. Куда ты убежал? Ты что, дурной? Так, подожди. Теперь вот на этом парне мы полечимся. Что ты тут делаешь? Хватит жрать, скотина! Так, подожди. Подожди, говорю. Ну, что ты кидаешься-то? Что, подождать не можешь? Ты человек или гуль какой-то? Ну, вот, собственно, и все. Так, ну а теперь давайте выяснять. Если да, можете выходить. Вы уже в безопасности. И что? Вышел кто-нибудь? Чё-то похоже нет. Смотри-ка. А, ведьмак! Что тут случилось? Нильфгардцы пришли. Грабили, искали золото, будто оно у нас когда-то было. Кто их перебил? Не вы же? А я-то и не знаю. Должно быть, те бестии, каких вы поубивали. Чем-то тут смердит. Я не о трупах. Что случилось, то и случилось. Чего ворошить? Вы что-то скрываете. Я собираюсь узнать, что именно. Да нет тут ничего. Даже черные ничего не нашли. Не стой на пути. Странно. Ладно. Что-то ребята скрывают, но... Вообще говоря, хрен бы с ними, пусть бы скрывали. Ну да, они здесь кирпичи, по ходу дела, обжигают или что это там лежит. Ну, вроде как лежат кирпичи внутри печки, да? Правда, как-то странно лежат на волку. Ну, мне, в общем-то, не очень важно, чем они тут на жизнь зарабатывают. Так, глянем на собачку. Это был неравный бой, у него не было шансов. Ну, против кого? Хотелось бы знать. Так, а вот это уже черный нильфгардец. Его ударили о землю с большой силой. Внутреннее кровотечение. Так. Может, он сам упал куда-нибудь, не? Вроде какая-нибудь тварюга огроменная прибежала и всех похерила. А эти почему-то молчат. Почему молчат? Может, они молятся? Что-нибудь типа такого? Челюсти способны раздавить панцирь. Запах крови еще сильный. Попробую пройти по нему. Запах кровищи. Окей. Пойдем по запаху кровищи. Там ничего нет. Следы ведут к этому дому.
Что здесь случилось? А что тут должно было случиться? Опасность никуда не делась, и только я могу вас от нее избавить. А я почем знаю? Послушай, если ты мне все не расскажешь, вы все можете умереть, понятно? Ты готов взять на себя такой груз? Под деревней ходы. Ходы? Развалины эльфские. Мы оттуда выгребаем потихоньку всякие разности для новиградских купцов. И никто не думал, что оттуда что-то полезет. Раскопали мы одну каморку, а там спала бестия. Подпорки мы посворачивали, чтобы свод обвалился. Ну, должно быть, чудище не прихлопнули. Как выглядел этот монстр? Под землей темно было, я не видел. Тогда как он убивал нильфгаардцев? Я сбежал, так что не рассматривал. Бестолочь, короче. Давай сюда ключ от двери. Ты хочешь туда войти? Нет, я пролью воск по бородке ключа и угадаю, кто сидит под землей. Ну давай. А теперь поправь меня, если я ошибаюсь. Вы докопались до логова чудовища, засыпали вход, но нильфгаардцы откопали его заново, когда искали сокровища. Бестия убила черных и вернулась в логово. Вы хотели их похоронить, но трупный смрад приманил гулей. А потом появился я. Так все и было. Не иначе. Теперь я спущусь вниз. Если меня долго не будет, бегите. Заколачивать дверь гвоздями толку нет. Из туннелей наверняка есть другие выходы. Геральт так пессимистично говорит, если я долго не вернусь. Да ладно! Сколько их уже у нас тут было? Это Экима. Она залегла здесь в спячку и дремала, пока мужики ее не разбудили. Сколько их уже было? Экима, катаканы, прочие мракобесы. Дошки наверняка можно поднять. Поднимай. То, что тебе мешает. Так. Экима, значит... Значит, масло от вампиров. Так, масло от вампиров. Где-то был еще эликсир черная кровь у меня. Можно его хлебнуть. Там, скорее всего, достаточно... Ой, высокоуровневый вампир-то. Давайте хлебнем кошки, наверное. Хотя, там вот свет. Даже не знаю. Ой, что-то как-то резко стало темнее. Давайте хлебнем кошки в таком случае. Все таким. Где она там? Кошка. Блин. О, здорово. Чё, как? Пробитый доспех, разорванные артерии. Вон она сидит там. Кушать изволит, судя по всему. Так, а это выход к другому дому, да? Ну тут вообще тупо под деревней сотни этих ходов. Это были просто пещеры, а сейчас начинаются эльфские развалины какие-то. Так. Темновато тут у вас. Ого. Чё за нахер? Это как в холодильнике, что ли, развешивает? Может, это не Экима, а это? Да нет, это Экима. Так, давайте мы... Деревням еще черную кровь. А бить-то будешь?
Сарасти ее зовут почему-то. Какая-то она не очень веселая. Так, у меня меч сломался. Ну, замечательно вообще. Самый подходящий момент, как обычно. Да, иди. В смысле, как ты сквозь меня проходишь, ну? Подожди. Во-во-во, полегче. Ты чё, дикий что ли? Убьёшь ведь. Да блин, ты долго будешь уворачиваться от моих ударов. Так, сейчас убьёт. Геральт, тише, 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 что-то я разошёлся. Не попал. Да блин. Вот не люблю, когда они так начинают делать, тупо влетать. Ласточка, ты что-то как-то слабо действуешь. Ну, херня бородатая, давай уже, ну. Все, отдыхай. В смысле, блин? Не выеживайся мне. Так, шкура и кимы. Говно всякое, короче. Давай. Так. Что за трофей-то? Говно всякое. Что они все одинаковые-то? Я вот этого не понимаю. Все трофеи абсолютно идентичные, только вот визуально отличаются, и все. И все. Так, ну я в этом бою тупо танковал, врывался. Потому что мне не хотелось особо плясать. Под эликсирами нормально все прошло. Поразвесил себе украшение. Нормально вообще. Так, а наш там еще каких-то штук нам надропало. Мечи какие-то. Лазурный гнев. Блюд... А, это вот это вот нам она дала. Он, точнее, она, не знаю. Блюд... Айд. Ну, опять же, с отверстиями на клинке. Сам клинок такой волнистую форму имеет. Хир у меня, кстати, есть. Примерно то же самое. Так, что еще интересного? Что еще интересного? Не знаю. Что еще интересного вам показать? Вроде все, что с нее надропалось, все посмотрели. О, боже. Мутагены падают, но красные мутагены не падают просто упорно. Хоть ты тресни, вот нету их и все. И всяких разных вот этих тварей. Они как бы падают, но они специфические, из них нельзя скрафтить большие мутагены. Я вот почему это происходит, понять не могу. Ладно. Это все. Очень весело. Я спустился отсюда, да? Давайте пошаримся еще по этим руинам. Что тут интересного имеется? Если только два сундука, это будет грустно. Туда можно вроде как забраться. Там ничего нет. Давайте дальше пройдем. Может, она тут не одна жила? А что так темно-то? Я же вроде под кошкой. Ах. Ясненько. Дальше уже не пройти. Жаль. Слишком какое-то простое задание. Да, тише ты, тише ты, что ж ты? Убьешься ведь. Погоди, а почему мне сюда ведет дорога приключений? Что-то я заблудился немножко. Кровище кругом. Здрасте!
Так, надо бы белого меда дерябнуть, а то что-то глаза режет. Ух. Так, ну что, братюня, зарезала я вашего вампира подземного. Плати деньги. Боги, он вышел живым. Не может быть. Под землей дремала Экима, старая. Думаю, спала там много сотен лет. Экима? Вампир, он вас больше не побеспокоит. У меня есть ее голова. Вы отрезали ему башку и пробили сердце осиновым колом? Естественно. Я сделал все, что нужно. Не спускайтесь больше в эти туннели. Экимы поодиночке не живут. Мы вас, правда, что не нанимали. Но, должно быть, вам причитается. Причитается, причитается. Плати. Удачи. Удачи. Ну, как-то так. Я думал, что-нибудь поинтереснее будет. Зашли, убили, вышли. Победа. Все. 210 крон. Да и пойдет. Все равно, в любом случае, копейки. По сравнению с деньгами, которые я получаю от продажи шмоток. Ладно. Я подумал... Это что такое? Заказ. А! Подожди, тут еще и кому-то что-то сообщать надо. Ну, ладно. Я просто не помню, чтобы я вообще брал этот заказ. Я просто наткнулся случайным образом на эту деревню, и мне повесилось задание. Ну, неважно. Деревня, рудник. Давайте скажем. Это ж нильгарцы пытались там золото копать, да? По идее, здесь должен бы быть бы кузнец. Да что-то его нет. Что тебя привело? Я видел объявление. Кто-нибудь может рассказать о чудовище? Я могу. Наш патруль пропал на южном берегу моря. Да, я все уже. Думаешь, что это работа для ведьмака? К югу отсюда есть деревня кирпичников, стежки. К чему ты это сейчас оттуда рассказываешь, если я уже выполнил задание? И все ты... Короче... Реданские патрули не заходят в эти края. Обычные бандиты не нападают на армию. Короче. Я был в стёжках. В деревне завелся вампир. Так вот, почему они не вернулись. А то. Да, даже отряд солдат не справится с Экимой. Мы похороним их с почестями. А ты заслужил награду. Держи. С тех взял награду, с этих взял награду. Настоящий ведьмак. Учитесь, сынки. Так, мне нужен кузнец. Я его подожду здесь до утра. Заодно и зелье восстановлю. Оп, 18 уровень. Ой, 19 уже, да? Так, а что у меня там по уровню-то? Так, как-то мышка слишком лезла. Стала двигаться. Неправильно нажал немножко. В общем, алхимию вообще не качал, без понятия, зачем она нужна. Ну, по идее, бафают зелья. Но это не настолько важно. В общем, вот эта ветка, она по сути бесполезна. То есть, я не знаю, зачем она нужна. Эта ветка, ну вот она была полезна до обмана, например, остальные, они так себе. Все умения. Дайте вот найди, не понял, почему у меня нету здесь ничего. Что за новости? Отлично. Ладно, пофигу. Но... Хочу что... Так, ну подожди, давай ты меня починишь. Нет, давай сначала продадим тебе всякое говнецо. Или разберем. Вот это вот тарана надо продать. Хотя зачем мне деньги?
Что с ними делать буду? Я их что-то коплю, блин. А толку-то никакого. Давайте их разбирать будем. Аметист в аметистовую пыль. Замечательно. Правда, это ж я, получается, плачу деньги, да? За разбор. А, ну то есть сейчас я поразбираю несколько предметов, и у меня появится... В смысле, я могу бумажки разобрать? В книгу? Прикольно. Так, а мутагены я не могу разобрать? Вот что меня интересует. Что-то, короче, они перемудрились с этими мутагенами. Почему красный мутаген ни с кого не падает практически? Это тут вообще вопрос жизни и смерти, блин. Беда какая-то. Ладно. Ой. Вот это 20 штук я сразу разобрал. Так, ну и все, остальное можно продать теперь. Равноценный обмен такой получается. Я даже, получается, ему больше денег дам, чем заработаю с него. Так, трофеи я тебе не отдам. Я жадный. Так, а что это ты не покупаешь? Покупай давай. Фишечек вон забери, нанюхаешься. Гнилое мясо можешь забрать тоже. Очень полезная штука. Так, на шкуру иногда пригождаются. Поэтому не будем их трогать. Ладно, пойдет. Теперь починим все, что надо. Вот, короче, что-то я увлекся. Бывай. Инвентарь менеджментом, так сказать. Давайте уж куда-нибудь сходим теперь. Я просто теперь решить-то не могу, куда идти, что делать. Вообще теперь после того, как я получил 19 уровень, у меня тут куча квестов сразу стала доступна. Давайте уж ведьмачьими заказами тогда займемся, по возможности. Вот, например, дом с привидениями. Это где вообще? Это я помню, сидел в таверне. Чувак говорит, сходи-ка ко мне домой, поместье. Там что-то какие-то жители жалуются. Я такой, окей. Деньги есть. Уже бегу. Я ведь меркантильный ведьмак. За 300 монет сделаю все, несмотря на то, что у меня 12 тысяч в кармане. Блин, меня эти вопросики бесят. Я должен к ним сходить. Они слишком близко. Снова в лес надо. Ты ведь был у них недавно. Я поклялся, что здоровье. Эти все ведьмам поклоняются. Я ваших ведьм труба шатал. И ушатаю их еще. При возможности зарежу их нахер. Хотя вряд ли такая возможность предоставится, конечно. Геральт у нас не Кратос, который всех шатает вообще. Кого только увидит. Богов, полубогов, титанов и прочих мракобесов. Так, волки позорные. Вылетает дикий сходу просто. Так, опустевшее селение. Понятно. Гульцы тут образовались. Гульцы, огурцы. Так, где там мое масло? Трупоедский ведьмак идет убивать трупоедских трупоедов. А ну иди сюда. Гуль 9 уровня. Давай, давай, поригень тут мне еще, ну. Так. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Давай, бахай. Оттуда вылез такой последний. Ёпта! Чё случилось-то, пацаны? Он спал просто, отдыхал после рабочего дня. Тут ему прилетает. Подарочек сверху. А, тут параллельно.
выполняется. Все. Не буду уже смотреть эту анимацию, как люди там приходят такие. 100 раз уже видели. Я не полутал. Золотой перстень с рубином. Нормально. Но лучше бы красный мутаген где-нибудь достал. Надо, блин, что-то погуглить. Где его достать-то? Хотя я его гуглил уже, по-моему, не помогает. На здоровье, ребят. Рад стараться. Ну и заодно у них тут еще и образовался удобный перемещение. Вот эти какие-то пустые места. Вот какое-то пустое место. Еще не мешало бы потом посмотреть. Но это потом как-нибудь. Когда уже под конец игры, наверное. Буду закрывать все хвосты. Тогда и займемся этими вот непонятными селениями. Я, может, там уже и был, но я уже этого не помню. Собака что-то плющится, смотрите. Упоролась. У вас собака сломалась. Мы не ищем легких путей, поэтому поплывем просто. Усадьба Мольдавии. Ну что ж, давай посмотрим, что это за усадьба. Прислушаемся. Вроде тишина. Никакие твари не завывают. Никого вот, нет. Значит, этот дом с привидениями. Так, давайте на всякий случай, если вдруг там действительно привидение, намажем масло от привидений. Что это было, не понял. Весь дом ходит ходуном. Но призрак уже напал бы на меня. Жильцы явно убегали в торопях. Жратву побросали. А можно я притырю? А то что добру пропадать? Рецепт — отличное масло против инсектоидов. Вообще внезапно. А у меня какое? Я, кстати, с инсектоидами-то раз в 300 лет воюю, блин. Лучше бы мне другие. Да я помню это, помню. Не надо мне это каждый раз говорить, япона мать. Так. Чего не хватает? Гидроген? Странно. Чего не хватает? Кровь пожирательная. Какие-то вещи надо бы на самом деле поразбираться с этим будет. Серию закончу записывать. Разбираюсь, что можно из эликсиров скрафтить. Лучше на масло против гибридов. Неплохое местечко, я бы сказал. Отличный дом. Мне уже здесь нравится. Я, пожалуй, здесь останусь. Здесь великолепная библиотека. Даже ведьмачьи рецепты что-то здесь делают. Так, ну пол, конечно, угваздан смачно. Пока на меня никто не нападает. Тем не менее. Полиморфия. Дневник столяра Зорка. Давайте глянем на дневник. Столяра. Прекрасный дом. И не верится, что мы его купили так дешево. Валерии всегда душа лежала к коммерции. Торговалась она жестко, покуда посредник не опустился до 1/3 цены. Поверить не могу. Валерия говорит, комнаты все расположены на редкость удобно. Завтра перенесем вещи. Хорошо, наконец, завести собственный угол. Наконец-то покой. Когда мы расставили мебель, Валерии пришло в голову перекрасить стены в желтый цвет. Нахера? Ну, может, и правда так будет уютнее. Навестила нас матушка Валерии. Завтра буду перекрашивать стены в зеленый. В смысле, матушка так решила? Валерия слышала ночью какой-то шум. Будила меня несколько раз, но я ничего не слышал. Сегодня услышал ночью. Стены трясутся. Валерия разузнала у соседей, что прежде жил в этом доме могущественный чародей. Все говорят, будто призывал он демонов, а дух его все еще бродит по комнатам. Чего только люди не придумают. Валерия решила на какое-то время переехать к матери, пока я что-нибудь не сделаю со стенами. Я было пошутил, что может достаточно будет перекрасить, но ее, видимо, это совсем не развеселило. Начинает сыпаться штукатурка. Кажется мне, будто он слышал я ночью что-то вроде сдавленного рычания. Вернулась Валерия, ей удалось найти покупателя на этот дом. Бедняга, должно быть, думает, что заключил замечательную сделку. Понятно.
Не первый, короче, покупатель. Кто-то рассыпал соль. Призраков отгоняли. Бессмысленные суеверия. Подожди, ты сам просил, когда Егошу мы расколдовывали, насыпать соль перед порогом. Так что определись, бессмысленность суеверия или нет. Через эту трещину проходит воздух, что-то там есть. Ну, хорошо, сейчас глянем. Ограблю только вот ребят. Что там может быть? Какой-нибудь голем? Злиться. Голем или элементаль. Хрен его знает. Сейчас узнаем. Пещера, значит. Ну, это ожидаемо, что здесь какие-то пустоты под домом. Эльфские опять развалины. Затоплено. Туда можно сплавать, кстати. Похоже, что. И вот, мать. Что-то там здоровое. Давайте почитаем. Похоже, дневник. Что пишут-то? Дневник Амаверика какого-то. Читнем. Дневник Амаверика из Сурана. В контрактах с созданием подобного рода самое наиважнейшее – эквилибр сохранить между вольной волей его и наложенным на него оковами службы. Сметливому элементалисту по укрощении магической слуги надлежит не давать на собой воли искушениям зловредным и пагубным, дабы спутанного распутать, ибо только конфузия из этого выйдет. Плач и скрежет зубовный. А паки тот, кто ермом... Господи, такой пипец слог у него. Барьер магический, кристалл поддерживает, кристалл важен, если он разобьется, барьер падет. А если он прочен, то никакой клинок не сможет его повредить. И, говорит, послал его за сырыми чернилами уже несколько веков как. Молодец. Ну, в общем, как я и думал, элементаль здесь сидит. Что-то за ветка. Необычный корень, магический, наверное. Магический, наверное. Земли. И довольно могущественный. Ну да. Он где-то глубже. Нужно открыть проход. Как я и предполагал, в общем-то. А, этот проход так просто не открывается, да? Та-да. У нас с тобой, Геральт, один выход. Фух. А нет ли здесь чего? Вкусненького под водой. Похоже, что нет. Рычаг вон там. Очень в своеобразном месте рычаг находится. Хотя, конечно, видимо, здесь был когда-то мост, и он обвалился. Что-то сработало. Думаешь? Ну, естественно, дверь открылась. Что ж тут еще может сработать? О-о-о. Тебе тут норм, братюня? Да он тут злится и шатает. Я твой дом труба шатал, реально. Освободился от магических оков еще пару дней, он начал бы крушить окрестности. Думаешь, хорошая идея ломать подпорки, Геральт? У нас, наверное, два варианта. Обрушить на него свод или сломать этот камень. Ого. Убить элементаля. Я думал, на него сейчас упадет сверху что-нибудь. Подожди, братюнь. Ферозин его зовут.
Это нормальное имя. Блин, лучше бы мне масло от магических тварей дали улучшенное, реально, вот, ей-богу. Потому что все остальное это бессмысленно, так, где оно там? Не особо нужно. А вот элементали хер пробьешь. Потому что они толстожопые. Че там застрял, Вася? Он сломался. Че, раздуплился, не? Что-то не работает эта система. Я думал, все рухнет. Я тоже думал, Геральт, но что-то не работает. Так, а на тебя что-нибудь вообще действует? Ого. Ты что мутишь, зверь? Ну ладно. Значит, будем дедовским методом. Да, дамаг, конечно. Чудовищный просто. Просто чудовищный дамаг. Слушай, у меня что-то не то. Это какая-то хрень. Не попал. Бой сейчас попадет. А все равно не попал. Блин, ты-то, Геральт, будешь попадать сегодня? А ладно, у него не так много хп на самом деле. Какого он там уровня-то, я даже не вижу. Не написано почему-то, у него имя вообще в землю втопталось. Да блин, Геральт. Их вот такое вот движение по кругу довольно серьезно ломает, так что пользуйтесь. Удар. Нет. В этот раз не получилось, и как раз у меня квен кончился. Но он в этот раз решил скастовать просто свою херню эту магическую. Масло. Так, уворачиваться под эту руку не стоит больше. Вечно ведьмаки занимаются тем, что уничтожают уродов, созданных всякими опрометчивыми чародеями, мракобесами. Так, дымные осколки, мутагены из элементаля земли, сорви шапка. Сорви шапка, это мне нравится название. Реликт. Давайте хоть глянем на него. Ох, такой изогнутый мечуганчик. Две дырочки такие на конце клинка. Подвешивать его, что ли? Ну, прикольно выглядит. Шапки срывать. Так, что там? Мутаген из элементаля. 10. Ну ладно, пусть будет. То же самое дает фактически. Так, ну, надо сказать, не особо я здесь поживился добром чародеевским. Хотя, в принципе, здесь несколько рецептов было новых. Тоже приятно. В целом, дело закончено. Можно будет вернуться к этому парню в Новиград и честь по чести получить награду. Оп, парню-то повезло. По дешевке купил дом, так еще и теперь заплатят 200 баксов ведьмаку и все. Считай, за копейки приобрел отличное имущество. Продавец? Куда здесь продавец? Я, конечно, не против. Видимо, бродячий. Угу. Здравствуй, родной. Приветствую. Приветствую, да. Ну, да. Все очень плохо. Ладно. Бывай,
Бывай. Так, что мы еще с вами успеем? Давайте глянем. Что это за поселение? 3,5 хаты. Так, на всякий случай. А был же у меня... А, все, вспомнил. Был квест какой-то наш пропавших шахтеров. В самом Белом саду, по-моему, еще. Вот этот. В самом начале игры получаешь квест на 35 уровень. Вообще замечательно, я считаю. Так, хата на окраине. Ну вот, хотя бы будет метка стоять. А что-то как-то здесь пустовато. Ахоу, граждане! Ведьмак вам не нужен? Есть вообще кто-нибудь? Закрыто, нужен ключ. Понятно все с вами. Колодец. Заброшенная хата. Что-то как-то грустно тут совсем. В смысле? Ах, она закрыта, ну действительно, да. Там за ней просто ничего нет, видите? Там пусто. О, скелет лежит. Блин, а скелет-то надо обобрать. Как же так? А кто здесь позакрывал все? Я вот этого понять не могу. И ардом не разбивается. Вообще ничего не работает. Колодец давным-давно осыпался. Зарос. Подозрительное место какое-то. Блин. Как туда попасть тогда? Вот так мы туда не залезем, я уже не раз пытался. Так не работает. Тут тоже закрыто. Подозрительно. Смотрите, здесь вещи чьи-то висят. Что-то живет. Но не открывает. От сволочь. А давайте подождем утра. Может тут кто-нибудь раздуплится. То по ночам заперлись, никому не открывают. Конечно, мало ли кто тут бродит на улице. Но нет. Здесь и днем никого нет. Ладно. Подозрительное таинственное место. Давайте получим у него награду и закончим на этом серию. А я потом между сериями займусь эликсирами разными. Корчма зимородок. Или зимородок. Мой живот. Вечный огонь. Как больно. Жрать надо меньше. Ой, простите, пожалуйста. Да. Ой, прости. Случайно. Да. Больше проблем с этим домом быть не должно. Небольшой ремонт, и можно въезжать. Правда? В таком случае цена владения значительно возросла. Что там, собственно, происходило? В подземельях был заперт элементаль земли. Он пытался выбраться и чуть было не разрушил дом. Это гораздо интереснее, чем духи. А эти подземелья, получится их как-нибудь, ну не знаю, обустроить? Трудно сказать. Ну, посмотрим. Ах, да, твоя награда. Прошу. Собственно, все. На сегодня пока закончим. С вами был Ведьмак. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите смотреть. И это и другие прохождения. Всем пока.